По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, Воронежский областной центр народного творчества и кино при поддержке Воронежской епархии реализует онлайн-проект «Православные и народные традиции в современном социуме», который включает в себя создание цикла вероучительных просветительских видеосюжетов со священниками воронежских храмов на темы православных и народных праздников. Также участниками проекта станут ведущие воронежские фольклористы. 4 ноября в России празднуются два праздника – День народного единства и православный праздник Казанской иконы Божьей Матери. На протяжении вот уже 27 лет в Воронеже проходит фестиваль фольклорных и этнографических коллективов «На Казанскую». В пятом выпуске проекта речь пойдет об истории праздника и фестиваля, а также будет показан фрагмент фестиваля 2020 года. Дорогие друзья, сегодня, 4 ноября, наша страна отмечает два больших праздника. Это День народного единства, государственный праздник, и народный праздник, который называется Зимняя Казанская. Он посвящен иконе Казанской Божьей Матери. Вот уже 28 лет в Воронеже в этот день проходит фестиваль аутентичного фольклора «На Казанскую». Очень много гостей, коллективов из разных уголков страны приезжали к нам на этот фестиваль. И мне очень приятно передать вам всем привет и всех зрителей поздравить с этими праздниками. Обычно накануне 4 ноября проходили творческие встречи с фольклорными коллективами, а утром 4 ноября все ансамбли выезжали в село Хохол, где посещали службу, ходили крестным ходом, участвовали в концерте в сельском клубе и затем днем возвращались в Воронеж, где проходил гала-концерт. К сожалению, сегодня мы не можем поехать в Хохол. А ведь мы начинали ездить, когда и храма-то там не было. Не было, был только молельный дом. Я передаю слова приветствия главного организатора праздника в Хохле, нашего большого друга Владимира Тимофеевича Глушкова, заслуженного работника культуры и руководителя ансамбля «Хохольские родники». Более 27 лет проводился фестиваль и проводится фестиваль «На Казанскую» в Воронежской области. Он всегда открывался в селе Хохол Хохольского района Воронежской области на территории Казанского храма. Его еще не было в то время, и праздник был не государственным, но сегодня у нас нет возможности встретиться вместе. Но плоды нашего труда здесь есть. Они отмечены на территории нашего села. Это замечательный казанский храм, который был построен за эти годы. Прекрасный сквер, который заложен участниками фестиваля «На Казанскую». Я хочу всех поприветствовать в этот прекрасный праздник, пожелать всем добра, мира, любви, благополучия. И пусть вас всех хранит Господь и икона Казанской Божьей Матери. Храни вас, Господи! Почему фестиваль решили проводить именно в этот день? Потому что 4 ноября – это праздник иконы Казанской Божьей Матери, одной из самых почитаемых на Руси. Она считается заступницей Руси. Поэтому концерт Воронежской филармонии всегда начинался торжественным прологом, в котором звучала народная молитва Пресвятой Богородицы, записанная в Острогожском районе Воронежской области. И вторая песня, которая звучала в прологе, это «Батюшка наш Дон», можно сказать, заглавная песня нашего воронежского фольклора. В исполнении этих песен участвовали все воронежские коллективы. Сейчас мы не можем их собрать, но мы можем посмотреть, как это было в 2018 и 2019 годах. Мы перед образом
конечно, визитная карточка нашей Воронежской области, протяжная песня села Верхний Мамон. «Батюшка наш Дон, протекаешь ты, батюшка наш Дон, сверху донизу, и на твоих крутых берегах живут люди вольные». Исполняют все коллективы воронежские, которые принимают участие в сегодняшнем концерте. А всего у нас будет 12 коллективов.